Чародей хорового пения поделился секретами мастерства. Так поклонники называют народного артиста СССР, руководителя и главного дирижера Московского государственного академического хора Владимира Минина. Мастер-класс прошел в Академии культуры. На встрече с маэстро побывали музыканты из хоров Самарской области. О борьбе с самим собой и со всем миром в поисках совершенства в нашем следующем сюжете. Мечта о блестящей карьере морского офицера для Владимира Минина давно детское воспоминание. Вместо корабля у него хор, вместо капитанского мостика – сцена. На встрече с самарскими музыкантами в ЗГАКе он рассказывает о своих музыкальных предпочтениях. Это Свиридов, Гаврилин, Рахманинов, Танеев и Кончели. Человек, слушающий такого рода музыку, у него работает воображение. У него происходит процесс какой-то, знаете, может быть, труднопостижимый для меня, но мне кажется, что, знаете, что-то там происходит, какая-то диффузия каких-то энергий. И человек выходит с концерта, я бы сказал, обогащенный. Впервые к хору он вышел в 1949 году. В его послужном списке Государственный академический хор СССР, ансамбль песни и пляски Северной группы войск в Польше, Молдавская Ленинградская хоровая капелла и, наконец, созданный им Московский камерный хор. Великолепный организатор, потому что невозможно работать и организовать такой великолепный коллектив, если ты не умеешь работать с людьми. Чудесный психолог. Большой музыкант. Все лучшее, что есть в мировой хоровой музыке, Владимир Минин готов представить 16 октября на сцене Самарской филармонии. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.